Друзья, всем привет! Не прошло и одного дня, и я снова заехала в Костко, но мне здесь совсем немножко надо. В первую очередь, вот зачем я заехала. Makeup brush, cleaner and dryer. Я вчера это показывала, кстати, 9,97. Вот у нас скидочка хорошая на эти вещи. Я покупаю еще одной своей подруге. Вот подарок 9,97 органик алоэ вера гель. Это работает и для тела, и для волос как маска, поэтому мы с Лизой делаем масочки, волос блестящий такой мягенький становится. Беру конфеты 8,59. Вот такие я никогда еще не брала. Возьму такие конфетки. Сегодня воскресенье, народу, конечно, очень много. Я пытаюсь снять, и постоянно мимо меня люди проходят. Так. Таких конфеток возьму. 8,99. Вот такие печенья. Написано Honolulu Cookie. Honolulu печенье. С шоколадными кусочками шоколада и макадамия. Так, беру мужское белье. Стоит это 12,99. Уже все продается к Рождеству. Эта елочка стоит 109,99. С той стороны ценник. Игрушки 24,99. Вот такие статуэтки стоят 94,99. Уже продаются подарки к Рождеству. 37,99. Вот такой набор магнитного конструктора, 60 штук в конструкторе в этой упаковке. Это игрушка номер один, если у вас есть дети, начиная где-то, я думаю, здесь написано 3+, ну вот можно уже с 3 лет, начиная, если вместе с ребенком играть, то можно и раньше. Обязательно надо такую игрушку иметь дома, это самая любимая игрушка, особенно мальчиков. У меня Самуил очень любит ее до сих пор. Возьму ему, обещала я. Меня все время просит, говорит, мама, купи мне. Я говорю, когда-то куплю. Вот, надо сегодня взять. Появились новые лампы. 79,99. Сейчас на скидочке $20. Сегодня возьму курицу. Курица у нас $5 стоит. Тортик 14,99. Я возьму один. Очиститель воздуха 169,99. Мы купили уже такой. И я хочу сказать, что это очень хорошая вещь, очень нужная вещь. Особенно, когда вот у нас была такая задымленность, пожары лесные, то это просто необходимая вещь. Единственное, что на наш двухэтажный дом это, конечно, маловато. Надо было бы хотя бы 2 или 3 таких очистителя. Ну, в общем, пока один у нас. Очень классная вещь. Я думаю, вот эти не хуже. 139,99. Они все выполняют одну и ту же функцию. Очищают воздух. У меня он стоит в нашей спальне. Иногда я меняю там. Местами его то отношу вниз, то вверх. И когда спишь, такая свежесть. Невероятно просто. Так, а это у нас 29,99. По-моему, это увлажнитель, если я не ошибаюсь. KitchenAid. Я люблю вообще все KitchenAid-овское этого бренда. У них такое все качественное, красивое. Это 1179. Плита 2869. Свитера на девочку 12,99. Я вчера такой купила Лизе. Вот именно такой расцветки. Ей очень идет, кстати. И понравился мягенький такой. Есть еще такая расцветочка. Хочу в этот раз взять бекон. Он стоит 8,99. Вот на салатики или просто добавлять куда-то в лаваш. Я думаю, будет вкусно. Сверху так посыпать можно.
Горошек 6,99 за 8 баночек. Возьму такую упаковочку. Перчатки 400 штук. 29,99. Возьму упаковку. Спирт продается 70%. 4,59 за две упаковочки. 2 литра почти. 946 миллилитров. 5,79. $3.20 скидка. Это тыквенные семечки. В них содержится цинк, железо, протеин, магнезиум. Я возьму пачечку. Органические. Сейчас они 12,49. Минус $4 скидочка. Для поддержки иммунитета. Вот возьму детям. Лиза у меня приболела, и я тоже. Но у меня проблема после операции, похоже, как бы не гайморит начался после вот этого синуса лифтинга. Я уже рассказывала в одном из видео. 12 дней назад где-то мне делали операцию. Ну, может из-за этого быть гайморит. И я так чувствую, вроде как что-то похожее. Дай бог, конечно, чтобы мои подозрения не оправдались. Рыбий жир 17,99. Я посмотрела состав, и мне почему-то показалось, здесь меньше всего там добавок всяких. Вот такой вес рыбий жир 18,99. Есть за 19,99 230 штук, а там 210. Вот. Возьму в этот раз такое. $12.49 кальций плюс витамин D. Тоже думаю взять, наверное, деткам такие для того, чтобы для поддержки, как здесь написано, чтобы косточки были крепкими. Так что это надо. Берем. Нет, дома, Сэм. Сэм, что я тебе купила? Максу, ну покажи. Помнишь, я тебе обещала? Давай ему. Ну и Лизе, конечно. Лиза говорит, мама, я думаю, что сегодня они, ну, не могут это получить. Плохо себя вели, да? Да, очень-очень плохо. Бьются, очень сильно бьются. Подождите, а ну объясните, как у вас получается, когда машина такая огромная, дотягиваться руками друг до друга? А, понятно. Ну ладно, я с вами поговорю. А пока что я покажу, сколько у меня в этот раз вышло. 221,29, вот. А это что, конфетки какие-то? Да, конфеты. Мерси и больше не проси. Так что на сегодня у нас такие покупочки. Друзья, всем хорошего настроения, всем пока-пока. Всем пока. Помаши, пока-пока.